После выхода моего ролика о жизни после инсульта приходит вопрос, а как получается ли вообще восстанавливаться? Ну вот я показываю, что вышел на улицу, я выхожу вот с тонометром. Тонометр у меня всегда на руке. Я контролирую давление все время. Выхожу и иду гулять. Вот, хотя раньше я не мог даже выйти на улицу. Все, находился дома, находился в горизонтальном в основном положении. Вот, сейчас выхожу на улицу. Очень хорошо, весна, красиво, замечательно. И иду гулять. Получается. У нас длина одного участка 20 метров. Если ты прошел 10 участков, ты прошел 200 метров. Вот так я считаю. Ушел на 250 метров вниз, вернулся до дому. Я сейчас приостановлю, потом продолжу запись. Вот останавливаюсь, меряю давление. Прибор хороший. В течение 40 секунд он показывает давление. Блин, давление 160, не очень хорошо. Возвращаемся домой. Вот уже возвращаюсь домой. Прогулка завершена. Это вот то, чем я раньше занимался. Надеюсь, потом продолжу. Смотрим, что с давлением. Вот давление немножко понизилось. Ну, сейчас еще постою, подышу воздухом. Фух. Вот так вот и восстанавливаемся потихоньку-потихоньку.